Так. Всем доброе утро, коллеги! С вами Крылов Александр, и нас тут четверо, четверо всадников апокалипсиса, всея девопса. Я думаю, что построим наше общение примерно следующим образом. Сначала каждый из нас представится, далее, с учетом выделенного времени, мы обсудим, передавая, скажем так, факел, высказывание по тому или иному вопросу, который будет переходить от каждого из нас. Дабы не входить в полемику и холивары с учетом ограниченного времени, будем доводить до какой-то такой определенной финальной черты, когда вопрос хотя бы на какую-то часть себя исчерпает, после чего, соответственно, будем переходить к следующему вопросу. В чат были продублированы все вопросы сегодняшней дискуссии. Помимо этого, они будут видны на слайдах демонстрации экрана, которого сейчас присутствует. Я думаю, перед тем, как представляться, давайте коротенечко сделаем тест, что вы нас видите, слышите. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики о том, что нас видно и слышно, и вопросы в чате тоже присутствуют. Пока что я подниму за всех кружечку чая. Это хороший вкусный чай из Кантаты, манго-маракуя. Всем чаеманам рекомендую. С учетом задержки платформы в виде 20-30 секунд, появились первые плюсики. Я предлагаю тогда сначала представиться. Меня зовут Крылов Александр, лид DevOps PAO из Росгострах. Если совсем коротенько про себя, то помимо девопсинга и всей радости, связанной со всем рабочим процессом, являюсь вокалистом группы Terror Insight. Ну и также потихонечку пишем фантастику и всякую интересную вещь. Передаю слово моему коллеге Виктору Будурату. Если буду говорить некорректно фамилию, пожалуйста, коллеги, поправляйте, не серчайте. Всем привет. Меня зовут Виктор Будурат. Я работаю в компании Endava, начиная с 2011 года. В IT я с 2001 года. Начинал свою карьеру как системный и далее я переключился на веб-разработку и имею опыт работы с скриптовыми языками программирования, такие как Perl, PHP, Python, Ruby. И начиная свою деятельность в Endava, переключился на enterprise решения, основанные в основном на Java, что позволило мне расширить свой кругозор и также применить свои знания из, скажем так, двух противоположных лагерей operational и development, и что принесло значительные выгоды нашим клиентам. Спасибо большое, Виктор. Я думаю, передадим слово Владимиру Гусарову. Владимир. Здравствуйте все. Еще раз, меня зовут Владимир Гусаров, я работаю в компании One Identity, организую разработку, опыт, скажем так, у меня, наверное, лет 30 уже, начинал я с разработчика, и сейчас иногда пишу код, все больше и больше стал заниматься процессами разработки, инструментарием и прочим, вот, так сказать, ну, про языки программирования не буду говорить, знаю много раз. Коротко, но ясно. Передаем заключительному всаднику слово. Это Сергей Воронкевич. Сереж? Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей Воронкевич. Я основатель консалтинговой компании, которая работает в области защиты персональных данных, Data Privacy Office. И мы помогаем внедрять GDPR в процессы своих клиентов, в программное обеспечение, либо помогаем аутсорсерам выполнять заказы со стороны клиентов из Евросоюза и всего мира. Поскольку регламент действует на весь мир, и наши продукты могут включать персональные данные, в том числе европейцев, или иногда принадлежать европейским компаниям, то приходится сталкиваться с вопросами не только информационной безопасности, но и разумного обращения с персональными данными, потоками этих данных. Поэтому это я здесь, как человек, не владеющий ни одним языком программирования, могу сказать, что разговариваю на языке GDPR. И если какие-то из вопросов будут касаться персональных данных, либо будут иметь аспект
именно информационной приватности, я буду с удовольствием подключаться. Хотя я понимаю, что специфика этой конференции DevOps. Ну, все-таки помимо специфики конференции есть даже отдельный целый блок DevSecOps о безопасности кода, в том числе бэкторы. Ну и туда можно частично приплести перс-данные, как минимум в части создания скриптов обезлички. Да. Ну а мы с вами перейдем, наверное, к первому нашему вопросу, а именно, а як Infrastructure as Code, возможно ли внедрение без изменения процессов в компании или команде? Я предлагаю начинать с Виктора, дальше по пути, и я буду, скажем так, заключать дискуссию по вопросу. Виктор, тебе слово. Спасибо, Александр. Насчет процессов в компании – это довольно-таки щекотливый вопрос. И, имея практику общения с различными компаниями, так как Endava предоставляет услуги IT различным клиентам, и здесь очень критична зрелость клиента. То есть есть компании, которые открыты к этим изменениям, особенно если мы говорим о процессах. А есть компании, которые довольно-таки скептически относятся к людям, которые приходят извне. И для того, чтобы поддержать любую инициативу, которая должна улучшить либо инфраструктуру, либо отзывчивость бизнеса к изменениям, часто приходится искать единомышленника на стороне клиента. И когда мы говорим о процессах, в моей практике могу сказать, что без изменения процессов со стороны клиента практически любая инициатива может быть остановлена на корню. И здесь мало желания команды что-то внедрить. Если мы говорим о части бизнеса, скажем так, которые относятся к финансовому сектору, там еще налагаются дополнительные законодательные ограничения. Это также приводит к некоторым трудностям в изменении существующих процессов. То есть мое мнение, что изменить что-либо в компании без смены процессов либо поддержки высшего менеджментного состава практически невозможно. Спасибо, Виктор. Ну, здесь на самом деле это, наверное, один из самых оптимистичных взглядов с точки зрения взгляда со стороны как лица интегратора, ну или человека, который, как правило, у которого, вернее, как правило, клиенты выступают как отдельные организации, к которым, например, Виктор приходит и предоставляет какие-то решения. Да, я соглашусь, с точки зрения менеджмента это одна история. Но я думаю, что сейчас Владимир нам расскажет с несколько другого ракурса данный вопрос. Владимир, как ты видишь этот вопрос, если брать именно изнутри компании внедрение возможного решения? Ну, если, опять же, кратко скажу, зависит от, потому что я работаю в компании, занимающейся, ну, разработкой коробочных продуктов, причем как on-prem продуктов, так и облачных продуктов. И у нас был такой путь, я бы сказал, нелегкий к переходу Infrastructure as a Code, и где-то в каких-то подразделениях он и не начался, в некоторых он начался, но не закончился, или там, ну, сложно сказать, что значит закончился, но, по крайней мере, там не достигли какие-то команды, вот, серьезного продвижения. И действительно, мне кажется, я вот соглашусь с предыдущим оратором, что все-таки очень многое, ну, наверное, как любое внедрение всего нового, зависит от руководителя. Руководитель не обязательно всей компании, может быть, какого-то непосредственного подразделения, вот, потому что без вот желания и доброй воли не начнут меняться никакие процессы. И, наверное, все-таки еще зависит от наличия какого-то человека, который может драйвить это все, который может наглядно показать плюсы, преимущества, да, чем, да, мы сейчас должны немножко вложиться, может быть, немножко притормозить
какую-то разработку, как бы, да, ну вот если мы это сделаем, то мы получим раз, два, три, там и так далее. Да. И особенно если даже хотя бы просто начать внедрять какие-то правильные метрики, которые покажут, окей, у нас нет инфраструктуры за код, значит, да, мы там, не знаю, разворачиваем наш сервис в продакшене там, за N дней или часов, я не знаю, зависит опять же от продукта. Давайте попробуем там улучшить этот процесс. Процесс это, конечно, тоже должно затрагивать, потому что особенно если компания большая, у нее есть, возможно, какие-то централизованные правила игры, которые валидны для всех членов, для всех продуктовых команд. Вот. И, конечно, это надо тоже учитывать. Ну, в общем, подытожив, я скажу, что это очень неоднозначно, и даже в компании, которая сама себе хозяин, казалось бы, да, и которая должна очевидно видеть выгоды, даже просто по себестоимости разработки, по быстроте появления, не знаю, какой-то фичи новой на рынке или фикса, да, это может пойти по-разному в разных, в зависимости от руководителя, в зависимости от команды. Да, пожалуй, я соглашусь, Владимир, что, во-первых, безусловно, нужен драйвер. Без драйвера вопроса, который условно это продаст в бизнес в рамках своей компании, ну или там, если это в рамках команды внедряется история и сильные покупки продукта какого-либо из ней не потребуется, а потребуется просто допил условных скриптов, ну там того же самого Chef, Puppet, Ansible, все равно это нужно продать с точки зрения обоснования целесообразности с фактическим показателем профита, который это внедрение принесет в будущем. Интересно было бы в этом плане услышать Сергея. Сергей использует... Какое твое личное мнение по данному вопросу? Как раз на самом вопросе заживался немножко звук. Если можешь, пожалуйста, повторить вопрос. Я говорю, ну, повторяю, какое у тебя личное мнение об этом вопросе, и используешь ли ты в рамках своей компании подобные практики? Ну, вообще, есть ли у вас АЯК? Ну, здесь, опять же, хочется подписаться под всем, что сказано предыдущими ораторами. При этом добавить, что, в принципе, та сфера, в которой мы работаем, она требует процессов не потому, что это выгодно, не потому, что на этом можно заработать, можно ускорить там деплоймент, свою конкурентную позицию на рынке. Просто потому, что этого требует закон. Появляется новая... процессы, которых раньше в компаниях не было. Ну, например, такой очень уникальный, удивительный процесс, как экспорт всех данных пользователей в машиночитабельном виде для того, чтобы другие компании могли их импортировать в свои системы. И, собственно, когда приходишь не очень зрелый коллектив, в которых процессы не поставлены, то сталкиваешься с очень интересная ситуация, когда про процессы начинает говорить первым не продуктовик, не представитель основного бизнеса, а внешний консультант, специалист в области информационной приватности. Вот. С точки зрения автоматизации, которая у нас в privacy развивается, это довольно... довольно новое и еще на самом... на самой заре решения, то есть они не очень ходовые, они не очень как бы распространены, поэтому скорее для коллег, которые будут интегрировать там реализацию прав субъектов, либо ту же анонимизацию, псевдонимизацию персональных данных, вероятнее всего потребуется индивидуальная с напильником фактически под контекст организации допиливания этих систем создания. Ну, в общем, да. Получается, что все всадники пришли к единому мнению,
каждый рассказал черту и ракурс вопроса, который ему ближе. Наверное, чтобы не увеличивать вопрос, учитывая того, что их еще четыре, от себя добавлю то, что в целом такая история, она полезна очень для команд-интеграторов, как минимум с точки зрения быстрого развертывания пилота своего продукта под нужды заказчиков и, соответственно, демонстрации его. Без разницы, какой это продукт, без разницы, какая-то коробка или решение. Просто в случае, если у вас в компании построена подобная история, и вы являетесь интегратором либо вендором какого-то продукта, построив один раз процесс и техническую часть вопроса, вам это поможет ускорить процесс внедрения и охвата рынка по вашему продукту. На этом перейдите к следующему вопросу. Следующий вопрос, извиняюсь, у нас будет звучать следующим образом. А именно, в том году на конференции по DevOps компания Express 42, которая является консалтингом по DevOps, предоставила очень интересный отчет, ссылку на который вы можете увидеть в чате. Ссылка о том, как распространяются DevOps-практики в России в рамках, скажем так, сегмента различных компаний, различных секторов, различных рынков. И по данным аналитики, ну, в среднем увеличение по всему рынку произошло в 10 и более раз. Коллеги, как по вашему мнению, с учетом того, что все-таки DevOps практика, она уже имеет, ну, немаленькое количество времени свое существование, начиная, ну, если брать условный отчет от создания первой версии книги DevOps Cookbook, которая появилась, если мне не изменяет память, с 2008 году, как думаете, именно применимо к России, насколько дальше эта история будет поглощать, как говорится, мир. Пока коллеги будут отвечать, я буду показывать кусочки выдержки из этого отчета, чтобы вы понимали предметность области. А сейчас я передам слово Виктору. Насчет рынка по России я не уверен, что у меня есть такая видимость, но я могу сравнить ситуацию с другими странами. И как показывает моя практика, привязка к стране минимально отражает ситуацию с внедрением DevOps. Я бы сказал, что основным критерием по внедрению DevOps практик является использование клауд-инфраструктуры, потому что только в клауде мы начинаем довольно-таки быстро осознавать, что нам дает автоматизация, что нам дает шеринг ресурсов. Допустим, если у нас есть какие-то временные environment для тестирования либо для демонстрации какого-то продукта. И в этом плане cloud драйвит и практики DevOps. Если мы говорим о ситуации в компаниях, которые по каким-то причинам лимитированы в использовании клауд-инфраструктуры, они могут использовать какие-то гибридные решения, но все-таки все, что касается он-премиса, начинаются вопросы о затратах для поднятия этой инфраструктуры, и начиная с того же мониторинга, автоматизации процессов, то так же, как мы говорили в первом вопросе насчет инфраструктуры как кода, оно релевантно только для компаний, которые динамически развиваются, и у них есть потребность в постоянном реструктуризации своих environment. Если мы говорим о каких-то компаниях, которые работают строго в on-premise, они не могут по каким-то причинам использовать, либо не готовы использовать клауд-решения. Для них автоматизация процесса может быть дороже существующего процесса, который у них есть в компании, и для бизнеса нецелесообразно инвестировать в автоматизацию, которая может быть использована 1% из
предполагаемых бенефитов, которые она может дать. То есть, с моей точки зрения, главный драйвер имплементирования DevOps-практик – это в первую очередь клауд, потому что даже зрелые компании тратят немалые средства для маломайского имитирования сервисов, которые предоставляет клауд сразу же по подписке, не требует каких-то значительных инвестиций со стороны бизнеса, со стороны технического персонала. То есть я вижу вот этот вопрос. Как только клауд-технологии будут идти в более широкие массы, DevOps будет также набирать оборот. Спасибо. Интересное мнение. Не совсем, конечно, соглашусь в части on-premise. Я, наверное, немножко забегая вперед, у нас там будет дальше вопрос про гиперконвергенцию. Но, по сути, решение гиперконвергенции, которое присутствует не только в клауде, но и в on-premise, в случае закупки такой масштабируемой инфраструктуры, согласно disaster recovery плану и размещение в минимум в 2 ЦОДах, в принципе, вопрос точно такой же решает. И с точки зрения гиперконвергенции, это же менеджмент над виртуализацией и контейнеризацией, этот вопрос без выхода в клауд решается. И здесь все-таки мы вспомним, что у нас есть федеральный закон о хранении перс-данных в России, и как раз компании, которые государственные или окологосударственные, они вот этой историей очень сильно связаны. Но, как показала практика, это не до конца является стопером, и все-таки on-premise, он, может быть, где-то сужает возможности, но в целом может дать такую же гибкость, как и cloud, в зависимости от применения и выстроенных процессов. Это, опять же, исключительно мое мнение, которое сложилось в практике, поэтому я и сказал, что я частично с Виктором не согласен, но не полностью. Доли истины в его словах есть и не одна. Владимир, я думаю, передадим слово тебе. Я вот как раз с тобой соглашусь и не соглашусь с Виктором, потому что я бы разделил эти две, скажем так, тенденции. Клауд и не клауд, или on-prem, это разные подходы к содержанию своей инфраструктуры. Ее можно получать как сервис, а можно иметь свою. И опять же, учитывая специфику российского законодательства, многие не могут пойти именно в клауд как полный сервис. Но я бы напрямую с этим не связывал развитие DevOps методик, потому что не все в DevOps автоматизация, да, во-первых. Во-вторых, опять же, автоматизировать даже можно, и он решение, и облачное, как ты сказал, да, Kubernetes везде будет, он будет и on-prem, и в облаке один и тот же Kubernetes, автоматизация будет точно такая же. Вот. Скорее тут влияет на рынок конкуренция, потому что действительно компании, которые внедряют все практики, они умудряются выпускать свои продукты быстрее, фичи быстрее, баги чинить быстрее. И это просто включается конкуренция, почему, мне кажется, в 10 раз там был отмечен рост применения этого, да, потому что, собственно говоря, конкуренция пойдет, я думаю, что хотелось бы, конечно, чтобы экспоненциально, но вряд ли экспоненциально, но достаточно все равно быстро. И именно конкуренция будет тут являться ключевым моментом. Просто в конце концов, те компании, которые не применяют вообще ничего из DevOps, или не пытаются хотя бы автоматизировать наиболее проблематичные куски своей разработки и деплоймента, они просто уйдут с рынка как слабые. Все. Соглашусь, Владимир, в условиях рыночной экономики и, скажем так, не всегда здравого конкурентного рынка с учетом различных гигантов, это касается не только России, монополии и прочие поли никто не отменял, и
средний и малый бизнес, если не будет гибок в аспекте IT-технологий, либо внутри себя как компании, либо взаимодействия с какими-то компаниями, разработчиками, интеграторами, там, подрядчиками и так далее, они просто долго не проживут на рынке, и это правда, это правда. Сергей, тебе слово. Угу. Здесь прозвучал очень важный такой момент. То есть, с одной стороны, некоторые требования законов могут стимулировать переход в облако, как в случае с локализацией данных в России, но в большинстве случаев, если мы говорим про стандартные принципы, не то, что изобрели там местные законодатели, а общие принципы защиты персональных данных, то здесь появляется много стопер, не стоперов, я бы сказал, сдерживающих факторов с точки зрения защиты персональных данных. И здесь он прям выглядит более, что ли, безопасно с точки зрения информационной приватности, соблюдения GDPR. Во-первых, вопрос информационной безопасности в случаях, когда мы доверяем информацию, чувствительную информацию своих конечных пользователей. Вот уровень секьюрности облака должен соответствовать этой чувствительности, а инструментов в случае работы с большими и крупными провайдерами этих облачных решений, как-то их проконтролировать, промониторить, ну и у нас нет. Плюс возникает момент, в случае с европейским законодательством есть такой, с одной стороны, нету никакого запрета, как и в России, на экспорт персональных данных, разве что, ну, и нету еще и требования локализации, но появляется необходимость всю цепочку поставщиков облачных решений связать механизмы трансграничной передачи, чтобы там определенный уровень безопасности и обращения с персональными данными, своевременного их удаления, контроля, сообщения об утечках возможных происходил у всей цепочки поставщиков. И это заставляет многие компании оставаться на собственных мощностях. И я думаю, что здесь сражаются две тенденции. Первая тенденция — рыночная, стоимость, удобство, облако. И другая тенденция, связанная с информационной приватностью, по ходу пока побеждает рыночная, но борьба еще не закончена, поскольку, ну, очень много проблем возникает с передачей этой информации. Возможно, вы слышали, недавно запретили одной известной социальной сети американской передавать данные в Соединенные Штаты на серверах, которым имеют доступ NSA, National Security Agency. Появляются моменты, новые сервисы, услуги, которые предоставляют облачные провайдеры, как бы цепляясь за европейский рынок. В общем, мы здесь будем сталкиваться с более усложняющейся картиной, где не только наши параметры эффективности будут иметь значение, но и вот такие регуляторные требования. Да. Кстати, вот в дополнение скажу, что, допустим, если брать пример Штаты, у них очень своеобразно построен закон, законодательная база, особенно в части страхового бизнеса и в части банковского сектора. Они условно до такой степени историю не доводят, как это в России в части персданных, но там тоже есть определенные регуляторные регламенты. Например, мы сталкивались недавно с интересной вещью. Есть такая коробочка штатовская, которая, ну, мало известна на российском сегменте, поэтому, в общем-то, ничего страшного, если я название скажу. Guidewire – это коробка, которая, по сути, предоставляет собой различные кусочки для страхования. И что самое интересное, с определенного года они большую часть своих решений полностью переводят в клауд. И у них на уровне регуляторки законодательство штатов, оно все полностью прошло. Суть в том, что многие компании, они даже не имеют ничего установленного внутри себя, кроме фактически фронтовой клиентской части. Mm-hmm. Все, а все остальное, оно находится в облаке, и также там автоматически у них экспорты всяких
отчетов для контрольных органов и так далее. И тут на самом деле интересно, но мне кажется, с учетом того, что в нашем законодательстве есть нюансы там и по персданным, и по в том числе отчетам не только регуляторным, но и подконтрольным органам в виде различных трех букв, там их много разных, все мы их знаем, в принципе ситуация и похожа, и не похожа. Ну, здесь да, здесь у нас будет больше холивара, поскольку в регламент времени, к сожалению, ограниченный, предлагаю перейти к следующему вопросу. Следующий наш вопрос будет звучать как: какие возможные эволюционные изменения с перехода DevOps как сервис к DevOps как платформа? Здесь, наверное, маленькая прелюдия. Есть такой отчет Gartner, в котором, скажем так, есть условно обусловленные переходные этапы жизненного цикла DevOps в различных компаниях. И где-то DevOps появляется сначала на уровне практик взаимодействия, потом он условно эволюционирует в DevOps как сервис, где команды предоставляют и работают на уровне кроссплатформенности между собой и, по сути, предоставляют набор услуг, там, развернуть CI/CD и так далее и тому подобное. Далее идет повествование про DevOps как платформу, когда есть единый некий агрегированный инструмент, через который, по сути, и услуги предоставляются, плюс там идет имплементация Аяка, ну и всякие дополнительные плюшки с погрешностью на особенность той или иной компании. И, возможно же, еще и другие черты. В отчете Гартнера таких эволюционных шагов аж 5. Мы с вами проговорили только 4. Поэтому, коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение, какие вообще, в принципе, возможны эволюционные изменения в рамках, например, шага между DevOps как сервис и DevOps как платформа. Виктор, тебе слово. Спасибо, Александр. Я немного по-другому понимал этот вопрос в силу того, что у нас такая специфика предоставления услуг, что иногда клиенты приходят и просят, чтобы мы помогли им организовать DevOps-процесс. Есть случаи, когда клиенты открыты к этому. Опять же, таки зависит от зрелости клиентов. И мы, имея опыт интегрирования различных систем, автоматизации, постановки процессов, помогаем клиенту. Но, как показывает практика, влечет за собой зависимость от внешних поставщиков. И тогда DevOps как сервис, он перестает быть таким привлекательным для клиентов, которые могут заглянуть на шаг далее. Что будет дальше? И в этом плане DevOps как платформа – это эволюционный шаг к следующему этапу понимания, когда клиенты, наши клиенты уже понимают, видят, что дает им DevOps практики, что дает им, скажем так, какие преимущества для бизнеса предоставляет внедрение таких и автоматизация процессов. Также мы иногда помогаем клиенту изменить культуру внутри компании, потому что мы, будучи внешними людьми, нам легче сказать то, что внутренние люди не всегда могут сказать в силу ряда причин. И на нас легче всегда, скажем так, повесить все проблемы. Мы это признаем, мы также это... Виктор, понятная история. Я извиняюсь, что перебиваю. Все-таки у нас, чем больше мы обсуждаем каждый вопрос, тем меньше остается на следующее. В целом, если ну, я правильно попробую передать твою мысль кратко, ты имеешь в виду, что DevOps как сервис для ваших клиентов, которые понимают перспективу развития, он становится менее привлекательным, и они хотят уже видеть некий рабочий инструмент как платформа, либо на уровне взаимодействия с вами как с интеграторами или подрядчиками, либо взращенные у себя внутри компании. Правильно, Виктор? Да, все верно, Александр. И здесь одно маленькое дополнение, что DevOps как сервис очень получил большое развитие, когда мы говорим об каком-то вендоре cloud этих вот провайдеров. Допустим, Azure
очень хорошо интегрирует всякие автоматизационные процессы у себя внутри в облаке. Что-то подобное предоставляет Amazon. И здесь клауд-решения также дают хороший такой толчок к имплементированию DevOps-практик. Да. Хорошо. Коллеги, у нас чуть поменьше уже времени становится. Владимир, если получится несколько, чуть-чуть менее развернуто ваше мнение услышать. Хорошо, постараюсь как можно короче. На самом деле, я думаю, что платформа не может решить всех проблем, потому что какая бы она совершенная ни была, все равно остается та часть, которая называется процессы, и которая называется люди. Вот. И тут, как-никак, все-таки сервис, как консалтинг, он мог бы хорошо помочь. Но, безусловно, конечно, платформа, она развивается, и, так сказать, нужно меньше порог, условно говоря, вхождения, взять, использовать как готовый, ну, набор решений, взять, просто использовать их у себя, и это будет дальше продолжать улучшаться как платформа, безусловно. Да, ну, в данном случае прям поддержу и даже прокомментировать нечего. А Сергей? Ну, я скипану этот вопрос, поскольку он для, как я и говорил, я внешний по отношению к этому направлению этой философии человек, и все же людям изнутри, наверное, виднее перспективы ее развития. И со своей стороны, со своей колокольни, как всегда, буду говорить про информационную безопасность, инфоприватность, персональные данные, но не могу гарантировать, что именно они окажут определяющих, ну, воздействие на то, как будет развиваться DevOps. Хорошо, спасибо, Сергей. Ну, мнение, замечание, тоже мнение. Ну, тогда, наверное, мы частично попробуем его объединить с четвертым вопросом, который звучит как: что в себе может содержать платформа DevOps на уровне технологий? А здесь, наверное, попробуем выбрать ракурс, именно кому ближе какая технология с точки зрения использования на процессуальном и технологическом уровне именно DevOps как платформы. Ну, никто у нас, скажем так, не исключает истории в виде AWS, в виде мейловского облака, и этих облаков еще куча. Поэтому сразу отвечаю за себя лично. С точки зрения on-premise мне нравятся решения, использующие гиперконвергенцию, например, Nutanix или VMware Project Pacific. С точки зрения cloud-решения привлекательнее всего мне кажется GitLab и AWS. Виктор? Ну, как и в предыдущем вопросе, я затронул частично ответ на этот же вопрос, что здесь очень сильно есть привязка к клауд-решению, которое используется, либо на, в on-prem какое решение используется. И это один момент. И второй момент, что очень важно, какие есть знания внутри компании, каких технических инструментов, какой техстек используется. Потому что если мы будем ориентироваться на суперперформанс какой-то там тул, а мы не имеем знаний на уровне компании этого тула, то лучше использовать менее, скажем так, прогрессивный тул, в котором мы хорошо разбираемся. Как бы вот коротко на коротко, то я так понимаю, что здесь скорее вопрос компетенции. У каждого есть набор своих компетенций, и здесь нужно изучить вопрос, а выгоднее ли поднять тот или иной тул с учетом компетенции внутри компании или купить готовое решение, соответственно, внешней команды с внедрением этой внешней команды и последующей возможной передачей ее вовнутрь. Ну, здесь, безусловно, помимо компетенции у нас все упирается в сроки, критичности и так далее. Что ж, весьма резонно. Владимир? Попробую тоже кратко, потому что очень хочется поговорить про безопасность разработки. Мой любимый инструментарий – это Azure.
потому что достаточно большая гибкость. И я бы разделял, между прочим, отделил бы сам процесс разработки от конечного деплоймента. Да? То есть, допустим, использование облака для более удешевления разработки, и оно совершенно не противоречит российским законам о том, где должно работать наш софт. Да, он может работать у вас в дата-центре, в том же самом, там, ну, неважно, там, VMware, Kubernetes, как хотите, как бы, да. А разрабатывать вы можете в облаке, потому что там легче поднять тестирование и все такое. Вот, да, и в этом плане мне все-таки Azure DevOps как продукт, и, может быть, с сочетанием GitHub, который очень сильно сейчас развивается в области, ну, стремится стать, я бы сказал, полноценным решением для всего цикла разработки, в том числе автоматизации, GitHub Actions. Ну вот это, мне кажется, более перспективно. Интересно. Здесь, наверное, единственное, что лично я бы добавил вот к этой истории, это все-таки синхронить процесс разработки в случае, если он ведется в клауде, с хотя бы репозиторием исходных кодов внутри компании, чтобы исходный код из компании вне зависимости от клауда не убегал. Ну, это такое личное дополнение мнения по этому вопросу. Ну, это зависит скорее от специфики конкретной компании решения, да, потому что да. Если брать тот же Azure DevOps, его можно поставить у себя в дата-центре, будет все то же самое, но только у себя, как бы, да, тут у каждого свои. То есть я бы общий знаменатель сюда не подводил. Не-не, я исключительно вариант, когда у нас Azure Cloud, а не on-premise. Да. Вот я именно такую имплементацию имел в виду. Да. Сергей? Да, мне сразу вспомнился кейс Uber с утечкой, связанной с GitHub'ом и последствия, которые произошли для компании. На тот момент это, кстати, еще GDPR не было, и компания вовремя сообщила про саму утечку и заплатила всего лишь, я думаю, до полмиллиона там штраф доходил. Это не самые серьезные последствия для компании. Если говорить про... опять же, не являясь специалистом в DevOps, я скажу, что с моей точки зрения, как privacy специалиста, важно в процессе создания ПО и его деплоймента. Первое – это разрабатывать его с минимальным количеством персональных данных, желательно на синтетических данных, не на реальных. И здесь последствия могут быть ужасные, если будет продакшн данные использоваться для разработки. И второй момент, связанный как раз-таки с безопасностью системы, и после того, как она будет стоять на продакшене, иметь возможность реагировать на инциденты, соответственно, мониторить эти инциденты, очень четко должна быть поставлена система мониторинга, выявления инцидентов и реагирования на них. Если говорить про нашу боль специалистов в области privacy, то если у вас, у нас в системах появляются персональные данные либо на стадии разработки, либо тестирования, то, допустим, не можем мы обойтись без персональных на проде. Боль здесь заключается в том, что мы зачастую не знаем, где эти данные заканчивают. То есть как именно они движутся, откуда попадают, куда, сколько времени, в каких системах находятся. И сейчас очень большой челлендж для компаний, в которых много персональных данных, это провести этот дата-маппинг и установить retention schedules, которые бы позволили своевременно удалять эту информацию и автоматизировать это удаление. При этом... Немножко тебя перебью. У нас остается, чуть, скажем так, меньше двух минут. Давайте следующий вопрос. Ты сейчас одновременно стал мостиком к следующему вопросу. Здесь я буду достаточно краток, насколько это возможно. Учитывая то, что ты сейчас сказал, я добавлю лишь от себя, что никогда не храните учетки, в том числе технические, в открытых исходных кодах, и в том числе не публикуйте их, не используйте внутри опциональных частей, внутри, ну,
вернее, во фронте систем, что может, собственно, привести в том числе к дополнительным утечкам данных, появлению дополнительных бэкдоров и так далее. Абсолютно все это не покроется, и мое личное мнение, относящееся к DevSecOps, оно должно быть хотя бы в минимальной комплектации в любой компании, в которой присутствует так или иначе разработка, либо внутри, либо в компании-интеграторе, соответственно, там, вендоре какого-либо решения. Я считаю, что это must have, потому что без этой истории бэкдоры будут появляться, перс-данные уводиться, техучетки, системы будут ломаться. В общем, минимальный набор как на процессный, так и на код ревью части должен присутствовать. Владимир? Не могу не согласиться. Я считаю, что вот эта часть must have, да, то есть любая платформа должна просто автоматом содержать в себе какой-то минимальный, как минимум, набор вот там скан кода на предмет учетных записей, паролей и так далее и тому подобное. Так сказать. Ну, то есть вот какие-то такие базовые вещи, они просто обязаны быть... Да. Соглашусь, минимальное внедрение SaaS-технологии, оно должно присутствовать, и эта история, если уж там не выстроение Quality Gate, это уже несколько более серьезный процесс, когда разработка зрелая в этом вопросе, тогда да, там можно Quality Gate выставлять, скажем так, блочить аппрувы пул-реквестов, если у нас недостаточное покрытие кода тестами и проверки на секьюрности там фреймворка и OpenLib, использующихся в коде. Да, я соглашусь. А, Виктор, насколько возможно? Жатенько только. Нет, я полностью согласен со всем вышеперечисленным, что любой проект должен содержать минимальные требования, вопрос только как ограничить, что значит минимальный для каждого проекта, это уже как бы зависит от контекста, так как мы встречали проекты, где security очень сильно акцентировано, также какие проекты чисто внутренние, которые security просто игнорировалось в угоду ускорения разработки. Спасибо, Виктор. Сергей, ну и коротенечко экспертное мнение и твое личное вот видение, насколько эта must-have история должна быть. Must-have, присоединяюсь к тому, что было сказано, хочу добавить просто новую вводную информацию. Надзорные органы, которые в Европейском Союзе существуют, регулируют работу с персональными данными, ну, занимаются проблематикой такой разработки ПО и с точки зрения приватности. В частности, таким лидером является норвежский надзорный орган, который выпустил набор чек-листов для каждой профессии, начиная со сбора требований обучения, заканчивая тестированием. И для тех из вас, кто работает и чьи компании разрабатывают такие системы, я могу в чате сбросить ссылочку на этот, на эти чек-листы. Они очень полезны. И, кстати, там, в принципе, уже минимальные требования предъявляются. Ну, например, перед каждым релизом код-ревью, точнее, security код-ревью, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, я думаю, что техническим специалистам будет более, ну, более понятен скоп минимальных требований, которые не предъявляют каждый из профессий участвующих в разработке. Такой прям апдейт, который на самом деле и для меня стал новостью. Будет интересно посмотреть твои опросники. В чате ссылочку бросим. Заканчиваем. К сожалению, на дополнительную дискуссию именно с вами у нас уже времени не хватает, но вы всегда можете задать через платформу нам свои вопросы. А с вами были Сергей Воронкевич, Булдурат Виктор, Владимир Гусаров и ваш покорный слуга Крылов Александр. Всем спасибо большое за дискуссию. И будем ждать, если вопросы, они появятся. Всем до новых встреч. Спасибо. Удачи. Спасибо. До свидания.